Туалет. Мне страшно на него смотреть. Чё-чё? Если долго на него смотреть, обоссаться нужно. Папа, а как убрать искру? Как папу искру убрать? Ну, там нажми где-то, есть. Разрешите. Настройки. Вспышку? Да, вспышку. Ну, да, там, поищи. Не обоссаться, что нам нужно смотреть? Всякая фигня тут. Ну прям нормально, блин. Смотри. Да-да-да. Ничего не хуже. Фотку потом скинешь мне. Чё там такое? Сейчас. А? Что такого? Камбус. Когда эти кастрюли моют? Нет, здесь вон. Моют? Подмывают. Может, он готовит? Это... Может, это кок? А, это кок. Нет, я про другое. Чуть-чуть, когда он башкой стукнулся, где его рука еще на бабах находится? Что это делает мне? А там, походу, машинное отделение. Кают-компания офицеров. Тут только офицеры были, только этих. Простые мальчишки тут не сидели. Ой, значит, я а я уже офицера побил бы и посидел. А если бунт, да. Кстати, во время вот революция была, бунты были, они офицеров мочили. И ты что делаешь? Прикинь, она бы активирована была. Температуру поддерживать, типа, все такое. Блин, ползать, е-мое. А, это смотреть, эта штука. Ну-ка, там улицу можно увидеть? Сейчас, я дойду. Есть один нюанс. Во время войны, дело все в чем, вот я сказал, да, прошлый год. Да, это типа... Толщина всего лишь 7 мм. Как-то смотреть, что ли? Подводная лодка после заряжки обнаружилась на раз. И, как правило, уже...